Алтай. Одно из самых прекрасных мест на нашей планете. Здесь есть чистый воздух, высокие горы, быстрые реки. Все то, что мы так любим в живой природе. И здесь нет комаров, мошек, слепней и всего того, что мы так не любим в живой природе. Увлекательный, захватывающий и по-настоящему самый доступный способ великолепно отдохнуть летом 2012 года. Вам откроются все возможности для активного, пассивного и, самое главное, духовного отдыха. Подъемы в горы, экскурсии и туры, сплавы на рафте под рящей Катунь, опасные приключения и страшные пещеры, походы на лошадях и все прочие условия для адреналиновых удовольствий. Это уникальная возможность провести глубокое и по-настоящему тихое время с Богом. Крещение, духовное общение, беседы по Библии, собрания церкви, концерты, конкурсы и дискотеки – все это просто не оставит вам времени скучать. Ученики из многих городов России уже ждут этих событий. Это хорошая возможность просто расслабиться и получить удовольствие от жизни. Никаких микроволновок, телевизоров и прочих гаджетов. Вокруг вас будут всегда добрые и заботливые соседи, готовые прийти на помощь в любую минуту. А совместный труд непременно сделает всех нас благороднее и поможет стать ближе друг к другу. Всегда только самая вкусная и свежая еда, приготовленная с любовью. А спортивные состязания сделают нашу жизнь еще более насыщенной и увлекательной. Это уникальная возможность отдохнуть от города, суеты, пробок и смога вместе с нашими детьми. Мы уже собираемся в поход. А ты поедешь с нами? Приезжай отмечать 20 лет Новосибирской христианской церкви в летнем лагере на Алтае с 3 по 12 августа 2012 года.